Всех приветствуем на канале ИКСА в очередной раз. Мы продолжаем снимать рубрику «Я абитуриент ИКС». И сегодня у нас в гостях Блаватский Александр. Здравствуйте. Давай начнем с стандартных вопросов. На какое направление ты пошел? Я пошел в МИФИ на ИИКС направление информационной безопасности 10.03.01, если по цифрам. Почему именно МИФИ ты выбрал для информационной безопасности? Выбирать вуз я начал с конца 10 класса, когда удалось стать призером Всероссийской олимпиады школьников. И наблюдая, куда поступают мои друзья, товарищи, стал выяснять, где же есть направление для меня с моим БВИ и где меня могут взять. Где мне будет в первую очередь интересно и познавательно. Сейчас мы будем переходить плавно к самой интересной части. Расскажи мне, как ты к нам поступаешь в МИФИ по без вступительных испытаний? Да. Ты поступаешь по какой олимпиаде? По технологии. По Всероссийской олимпиаде школьников по технологии. Расскажи, пожалуйста, как ты к этому пришел? Заниматься технологией и, в принципе, участвовать в олимпиадах я начал примерно с 6-7 класса. Участвовал не только по технологии, по математике, другим предметам. И к 9 классу мне удалось пройти на 4-й, на заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по технологии. Но случился ковид, все немножко затянулось, перенеслось на 10 класс. И в 10 классе в славном городе Санкт-Петербург мне удалось, как я уже сказал, стать призером заключительного этапа. И когда ты становишься призером ЗАКЛа, тебя пропускают без остальных этапов сразу на заключительный в следующем году. В 11 классе также мне посчастливилось стать призером. Немножко не хватило до победителя, но тоже хороший результат. Многие думают, что технологии — это про что-то старое, забытое, там где-то в 9 классе оставленное, вот эти вот столики, пилы и так далее. Можешь ты как-то это опровергнуть или подтвердить? Есть такой стереотип, что в технологии, кроме деревообработки, металлообработки, ничего нет. Это глубокое заблуждение. Уже несколько лет технологию насаждают другими дисциплинами. В теоретической части там встречаются вопросы из информатики, из физики, из математики, экономики. Даже экологию пытаются протиснуть в эту олимпиаду. Это требует от тебя довольно широкого спектра знаний по тем или иным вопросам. Ну и, в принципе, я думаю, я смог разбить это заблуждение. Ну, будем надеяться. Примером. Но все-таки, чтобы его полностью окончательно разбить, сегодня у нас такая задача поставлена. Расскажи, пожалуйста, из чего состоит сама по себе олимпиада? Из каких этапов? Что на них делают? Какие разветвления? Всероссийская олимпиада школьников по технологии состоит из трех этапов. Довольно редкое явление, когда олимпиада состоит более чем из двух вариаций. То есть обычно это идет либо теория, либо практика плюс теория. Здесь же у нас практика, теория и защита проектов. Что, скажем, о теории? Здесь встречается огромное количество вопросов. Ты не знаешь, к чему конкретно готовиться. И, в принципе, это всегда небольшой сюрприз для участника. Практика. Здесь есть огромное количество направлений. В них порой можно запутаться и выбрать не то, в чем ты по-настоящему хорош. Встречается и обработка различных материалов, и робототехника, и на самом деле куча всего. Самое важное — выбрать то, в чем ты действительно разбираешься. Ну и презентация своего проекта.
не менее важный этап. Здесь проверяется устойчивость характера, психики, умение преподнести свое изделие, грамотно изложить свои цели и точку зрения. Мой проект — это диорама атомных подводных лодок. Сейчас объясню немножко, что она из себя представляет. В общем, проект направлен на сравнение техник 3D-визуализации. В принципе, проект выведен на такую точку, что его можно запускать в массовое производство. Это наборы для создания диорам. Диорама — это 3D-модель определенной местности. Ну, моделисты меня поймут. Вот. И, в принципе, получился довольно разносторонний проект, который может... Может многое, вероятно. Может. Расскажи про техническую часть проекта. Что было самое трудное сделать, что самое интересное, может быть? Проект я готовил на протяжении полугода, наверное. Самым, не то что сложным, но самым запарным, как по мне, является подготовка документации. Правильная документация — это залог успешного проекта, на мой взгляд. И есть очень много нюансов, и на эти нюансы уходит, на самом деле, очень много времени. Ну, насколько я знаю, документация оформляется до сих пор по ГОСТу, строго. Да. То есть уже, в принципе, после Всероссийской олимпиады школьников ты умеешь оформлять документацию, делать неплохо, как минимум, как максимум, хорошо проект. По практике, насколько я, опять же, знаю, и лазерные станки резкие гравировки, и станки, которые СТД и так далее, ручная металла, деревообработка, робототехника. Это все безумно интересно, и об этом нужно знать. Как мне кажется, ты выбрал ручную металлообработку. Да, на мой взгляд, это определенная база, которая способна обеспечить для меня высокий балл на этом этапе. Но у тебя в школе в лицее? Да, в лицее. Была мастерская? Мастерской не было, но я занимался... То есть не было определенного места для подготовки конкретно в моем учебном заведении. И я ходил заниматься в другие места, меня направляли для подготовки к региональному этапу, к муниципальному. И, в принципе, я уже с определенным пакетом знаний шел на заключительный этап, то есть я знал, куда я иду. Смотри, насколько я знаю, в этом году тоже были сборы на базе университета областного нашего. И расскажи, пожалуйста, что вообще на них происходит. Ну, то есть, условно, в каких областях вас пытаются чему-то научить, что там происходит, может, какая-то атмосферка есть. Как я уже сказал, никогда не знаешь, чего ожидать на теории. Готовили ко всему, чему, в принципе, можно подготовить. Я узнал для себя огромное количество фактов, углубился в определенные аспекты физики, экологии, экономики, в общем, много всего. По практике у меня было несколько занятий, в которых мы, в принципе, оттачивали мастерство. Ну и по проектам как раз-таки подгон твоей документации под ГОСТы, помощь с проектом. И, в принципе, наши руководители готовы были помочь с любым вопросом. Год назад, два года назад и так далее, все это время Всероссийская олимпиада школьников по технологии проходила в Санкт-Петербурге. Сейчас ее впервые перенесли в Казань, насколько мне известно. Как тебе организация в Казани? Что было нового, что было старого? Было интересно сравнить степень организации олимпиады в Петербурге и в Казани. В
2021 году нас поселили в Ухтинской гостинице, шикарное место. Можно было подготовиться к последующим этапам, но нас не поводили по городу, не было определенной исторической подоплеки в этом всем. То есть были экскурсии в день апелляции, и, на мой взгляд, это немножко нечестно. Люди, которые приезжали из самых дальних уголков нашей Родины, но которые хотели попасть на апелляцию и получить свои законные баллы, ну, они не смогли гулять и познакомиться. В Казани этот момент исправили, но уже нас поселили за городом в образовательный, оздоровительный лагерь. Там можно было погулять, была определенная территория для проведения Олимпиады. Экскурсии проводились в свободное время, то есть каждый желающий мог съездить, посмотреть Кремль, погулять и проникнуться атмосферой. Я сравнил степень организации, и в Казани мне, наверное, понравилось больше. Отлично, чудесно. Давай, кратко подводя, заканчивая тему Всероссийской олимпиады школьников по технологии, еще раз назову его полное название, скажи, был ли человек, который... Ты начал участвовать в олимпиадах в каком классе? В 6-7 классе. В 6-7 классе. Был ли в это время какой-то человек, который подтолкнул тебя на это? Типа вот иди сейчас и сделай это. Или ты все-таки сам решил, вот, сейчас надо пойти и поучаствовать? На всем моем становлении у меня было очень много важных для меня наставников. Это и учителя труда, и мой директор, и просто руководители, которые нас сопровождали на Олимпиаде, которые помогали нам готовиться. И хотелось бы сказать этим людям большое спасибо за помощь в том, что получилось стать призером в два раза. Это их, ну и моя тоже заслуга. Великолепно. Скажи, пожалуйста, вот сейчас ты у нас в рейтинге тех, кто поступает без вступительных испытаний, на первом месте. Соответственно, ну, и временный студенческий билет у тебя есть. То есть уже можно, в принципе, отдыхать оставшиеся лето. Расскажи, пожалуйста, чего ты ждешь от МИФИ? Наверное, как и каждый абитуриент, я жду тяжелой, но интересной учебы, погружения в предмет, знакомства с умными и талантливыми людьми, преподавателями, обучающимися, заведение дружбы с ребятами. Ну, в принципе, про тяжелый и интересный можно на фасаде МИФИ написать. Но не без этого. Конечно. Вот твоя камера. Посмотри в нее, скажи что-нибудь, что в принципе, в теории ты сможешь пересмотреть когда-нибудь в будущем и сказать: о, хорошее послание я себе оставил. Себе в будущем я бы хотел пожелать не оставлять и делать все вовремя, делать все как можно более старательней и продуктивней. Что ж, всем спасибо за просмотр, спасибо за то, что в очередной раз зашли на канал Икса и посмотрели новое интервью. Я в третий раз подряд всех попрошу подписаться на наш канал, поставить лайки. В случае, если какие-то вопросы к Александру остались, написать в комментарии. Он, возможно, когда-нибудь обязательно на них ответит. Что ж, спасибо еще раз за просмотр. Всем пока.